The United Nations is marking its 77th anniversary today. Its mission is to maintain and strengthen. 77-летие со дня основания сегодня отмечает Организация Объединенных Наций. Ее миссия – поддержание и укрепление международной безопасности и мира, а также развитие сотрудничества между странами. В нее входит больше 190 государств. Казахстан стал членом организации в марте 1992 года. В республике сейчас работает более 27 агентств ООН. А сама страна формирует национальные задачи и стратегии с учетом целей устойчивого развития. Говоря о реализации ЦУР в республике, постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори подчеркнула, что наша страна занимает высокое место во всемирном рейтинге цифровизации, и отметила, что одно из ключевых направлений работы представителей организации в Казахстане – диалог с правительством и гражданским обществом. Наша работа в Казахстане основывается на том, что мы называем рамками сотрудничества. Это большой документ, который мы согласовали с правительством, и он действует в течение 5 лет. В течение этого времени мы сосредоточены на расширении прав и возможностей людей, создании институтов и обеспечении условий для инклюзивного, экономического и устойчивого развития. Все эти вопросы мы привносим в то, что вы упомянули, когда речь идет об использовании социальной сплоченности и так далее. И поэтому одно из ключевых направлений, которым мы сегодня занимаемся, это диалог с правительством и гражданским обществом. О том, как мы можем поддержать текущие реформы, которые инициируют правительство и которые фокусируются на данных вопросах. Мы признаем, что общественный договор должен быть составлен в глобальных масштабах. Это одно из ключевых направлений деятельности генерального секретаря ООН. Это то, что он называет нашей общей повесткой дня.